Čiže ste ja jeho, tieto nakonnosti festivaly v Petrovskej ako? Ja to musím nadať, naverno. On priechal vstupať čestať konkursy. Как автор, знаете, не как певец, да, а как автор. Конечно, если бы он стал частным в конкурсе исполнителем, там даже говорить не это, все понятно. Вот. И мы с ним провели два замечательных вечера у меня в номере. Он был такой веселый, такой расслабленный, причем он пел свои песни из Хидроцкого. Очень хорошая вещь, почему. Вот. А иногда вдруг, вот в час ночи, да, мы с ним отдыхали, как отдыхают настоящие. И вдруг он запел какой-то романс, и вот этим громким голосом, мы вдвоем в комнате, вдруг он запел, и через 5 минут комната была полностью забита, не через 20 пришло, у него его голос это было так здорово. Вот. А еще мне о нем рассказывала много моя жена, потому что она сегодня училась в этой группе. Вот я сейчас пою. Если была так уджава, я хочу ее посвятить как бы. Потому что Сережа был значит музыкантом и вообще ничего чувствовал человеком, по-моему. Я знал очень мало, но просто у меня осталось вот такое воспоминание, что. То, чтоб любопытствовал я по небу дел. Я не то, чтобы от скуки я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил. Из какой-то там фантазии, которой он служил. А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. А чего с ней церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где пение скрипки наставляет нас на путь. И вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу. Почему благословению я по небу лечу? Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы. Смычок костер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и праведнее. Себя не делаешь. Помню, не умею. Да, Игорь, я думаю, что на концерте обязательно стараюсь петь песни, людей, которых я люблю очень. Поэтому я думаю, что его делать приятно, так можно сказать, не сказать, но